Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в кинозале программы «Ретроскоп». И вновь нас ждут моменты из далекого и не очень прошлого нашего города. Приближался первый серьезный юбилей Печоры. Естественно, этому событию было посвящено множество мероприятий. Одно из них, на знание истории и смекалку, прошло в средней школе номер 5. Совсем скоро, в январе, исполнится 50 лет со дня присвоения Печоре статуса города. В учебных заведениях, в том числе и в Печорской общеобразовательной школе номер 5, где мы недавно побывали, многое напоминает о приближающемся событии. Уже при входе в фойе нас заинтересовала выставка рисунков учащихся школы. Вот таким видят свой город юные художники. А поднявшись по ступенькам лестницы, ведущей на второй этаж, мы оказались в шумном окружении участников увлекательного состязания. В Печорской общеобразовательной школе номер 5 прошла популярная интеллектуальная игра «Брейн Ринг». В ней приняли участие 4 команды старшеклассников, ребята из 2-8 и 2-9 классов. И вопросы, предложенные участникам игры, имели самое непосредственное отношение к истории города, встречающего свой золотой юбилей. Серьезно готовились к встрече все команды, но удача в этот день была на стороне 9А. Плюс к этому у ребят оказалось чуть больше, нежели у соперников, выдержки и эрудированности. В результате победа и почетный диплом. Вот этот брейн-ринг, посвященный 50-летию города, лишь эпизод, или у вас постоянно в школе идет разговор об истории города, его людях? У нас проводились игры в прошлых годах, проводились такие игры. И еще мы собирались на лагерь активистов, там тоже затрагивали эту тему. И у нас часто такие мероприятия. Вопросы, которые звучали, конечно, мы брали эти вопросы из библиотек, из методических кабинетов, чтобы эти вопросы были более полные в нашей библиотеке. Посмотрели книжки о Печоре, детей отправили к этим же источникам, дети ходили в краеведческий музей. А самое главное, что дети у нас занимаются поисковой работой и оформляют вот газеты, стен газеты, выбирают какой-то объект города, например, АТП или депо, авиапредприятия и так далее. Идут, узнают, спрашивают, также берут интервью, как вы берете, и оформляют это в своих газетах. Это тоже дополнительные знания о Печоре. И вот что вы можете сказать о подготовке, слыша ответы ребят на сегодняшнем брейн-ринге, что вы можете сказать о подготовке ребят, об их знании, знания их о родном городе, как оцените? Ну, я была приятно удивлена, что настолько дети эрудированные, когда составляли вопросы, даже немножко побаивались, смогут ответить, не смогут, показали хороший уровень. И тут особое спасибо нашим классным руководителям, которые проводят и классные часы, и проводят в классах викторины на знатоков Печоры. Это у нас такое мероприятие к январю, то есть мы уже сейчас это заранее начали, материал этот нарабатывается, в классах об этом говорится очень много, поэтому всем спасибо и ребятам, и классным руководителям. Спички детям не игрушка, а чтобы они это не только основательно запомнили, но еще и помогали старшим в пропаганде и профилактике пожаров, их с юного возраста привлекают к совсем не детским соревнованиям настоящие огнеборцы. Смотрим сюжет. Совсем недавно был построен спортивный комплекс, где проводят тренировки, подготовку к серьезным испытаниям сотрудники пожарной охраны нашего города. И сейчас вы видите, как осуществляют подъем по штурмовой лестнице Игорь Смирнов и Андрей Моторов.
это опытные пожарные начальники караулов. А свое мастерство они показали ребятам, участникам первых, после длительного перерыва, соревнований дружин юных пожарных. У этого детского движения давняя история. И именно в его рядах начинали свой путь в профессии, ставшей делом всем жизни, многие нынешние и бывшие сотрудники 6-го отряда государственной противопожарной охраны. Это в начале 90-х годов мы активно проводили эту работу, но потом эта работа сникла. И сейчас вот пытаемся возродить эту внеклассную работу среди школьников. Мы в них видим наших будущих помощников. Во-первых, профилактика пожара. Вот. И мы хотим возродить эту внеклассную работу среди школ нашего города. Все-таки мы живем на крайнем севере, где 8 месяцев зимы. Вот. И данное сооружение надо, по-моему, использовать на полную мощность. Вот. С тем расчетом, чтобы ребята тут занимались круглогодично не только пожарно-прикладным видом спорта, но и общей физической подготовкой. Бывшему заместителю начальника пожарной охраны города Николаю Сергеевичу Кудряшову, впрочем, наверное, как и другим, любопытно было посмотреть на подготовку тех, кто, возможно, вскоре придет на смену. Возрождение дружин юных пожарных началось в нашем городе примерно год назад, и о том, что такая форма досуга привлекает многих мальчишек, говорит и тот факт, что сегодня дружины юных пожарных созданы в 12 школах. Как вы считаете, какими качествами нужно... Пожелаю вам удачного выступления. Посмотрим, как у вас получится. В соревнованиях по пожарно-прикладному спорту приняли участие команды 8 городских школ. Участники были разделены на две возрастные группы – младшие 12-13 лет и среднюю – 14-15 лет. Им предстояло выполнить два задания. Первое – это преодоление 100-метровой и 80-метровой полосы препятствий в зависимости от возрастной группы. А полоса препятствий – это забор, бум, соединение разветвления с пожарным рукавом и стволом. И второе задание – подъем со штурмовой лестницы на второй этаж учебной башни. Абсолютно лучший результат на этих соревнованиях у команды юных пожарных школы номер 2. Первое место в общекомандном зачете и все первые места в личных зачетах. Второй результат в общекомандном зачете показали юные пожарные школы номер 3. Третье место у школы номер 83. Победителем соревнований по пожарно-прикладному спорту вручен переходящий кубок дружины юных пожарных, а призерам дипломы, а также почетные грамоты и приятные призы. Итак, сделаны первые шаги к возрождению движения юных пожарных, а продолжение несомненно будет, потому что рядом с ребятами надежные наставники. В ходе соревнований, в общем-то, большинство ребят справилось с задачей, успешно справилось. Они показали достаточно высокие результаты. Вот. Я думаю, что при организации летнего первенства по пожарно-прикладному спорту, значит, ребята покажут выше результаты. Для них это будет уже не ново, потому что это поколение новое идет. Старое поколение, оно уже, как говорится, уже прошло, а это поколение, значит, подрастающее, оно еще впервые сталкивается с этим техническим видом спорта. И в дальнейшем у них будут наверняка выше результаты. Значит, если у нас все будет получаться так, как мы задумали, то, возможно, будет сформирована команда городская, вот, которая будет представлять честь города вот, на республиканских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Пожелаем удачи в исполнении ваших замыслов. Спасибо.
Еще один юбилей, пусть и скромный, всего 10 лет, но сколько за ним одухотворенного общения учеников и преподавателей литературы. Школа номер 10, клуб «Глория». Круглую дату отметил литературный клуб «Глория» школы номер 10. Уже в течение 10 лет собирает он на свои заседания ребят, которые любят читать, слушать стихи и музыку, а еще воплощать на школьной сцене образы героев любимых литературных произведений. Придуманы и бережно сохраняются красивые ритуалы, обряды посвящения в члены клуба. А результаты творческого союза школьников и преподавателей литературы мы увидели на очередном заседании, посвященном десятилетию клуба «Глория». Это были музыкальные номера, выступления чтецов, инсценировки пушкинского «Каменного гостя», шекспировского «Гамлета», «Недоросля» Фонвизина, «12 стульев» Ильфа и Петрова. Имена классиков русской и зарубежной литературы, озвученные, воплощенные на сцене, становятся ближе и понятнее. За 10 лет 200 учеников школы соприкоснулись с одухотворяющей атмосферой литературного клуба, и «Глория» остается в их памяти как одно из самых лучших воспоминаний о школьной поре. Пожелаем новых открытий, новых интересных постановок на пути, ведущем в прекрасный мир литературы и искусства. У «Глории» есть будущее, считает его руководитель, преподаватель литературы Галина Васильевна Филиппова. Галина Васильевна, клубу «Глория» 10 лет, и все эти 10 лет вы вместе с ребятами? Да. Все вместе, и мне хочется вот сегодня высказать благодарность очень большую тем учителям, которые все 10 лет со мной. Это наши очаровательные женщины, учителя литературы и русского языка. Татьяна Георгиевна Пантелеева, Вера Анатольевна Мигоева, она у нас богиня Глория, и Людмила Леонидовна Фролова. А также, конечно, большую роль в нашей школе играет координатор всех наших новшеств, это Елена Ильинична Шенгина. Она, в общем-то, нас и подтолкнула на создание данного литературного клуба. Ну, судя по тому, что 10 лет клуб «Глория» вот существует в школе, это говорит о том, что интерес есть у ребят. Огромнейший, причем они очень любят инсценировать, они с удовольствием играют сцены в спектаклях, это любимое их занятие, просто даже дерутся за роли. Вот, они с удовольствием посещают, сейчас не настолько, конечно, часто мы собираемся, но тем не менее они вот нас не покидают, то есть тех, кто уходит, нет, в основном все остаются. Наверное, сильно украшает школьную жизнь вот этот клуб. Да, иначе нельзя. У нас, в общем-то, история клуба очень интересная. Самые интересные моменты, вот если бы вы вспомнили, что бы могли отнести к самому? В этом году это 200-летие Пушкина. У нас ребята, которые занимаются в клубе «Глория», они занимают практически по всем нашим конкурсам первые места. И инсценирование, и конкурс чтецов, и конкурсы сочинений. И 19 октября, день лицея, они у нас провели по всем 9, 10, 11 классам. Спасибо и удачи вам. Наверное, опять надо на сцену. На сцену, да. Сюжеты о невыплатах и задержках заработной платы были в далеком 98 году практически в каждой нашей программе. Настолько серьезной была эта тема. Декабрь. Учителям выдали деньги лишь за последний весенний месяц. Так жить дальше нельзя, считают они. И еще один сюжет о жизни школ в нашей программе. Правда, на этот раз гораздо менее оптимистичный. В субботу, в день Российской Конституции, около 250 учителей и воспитателей, выборные представители всех учреждений народного образования города и района, собрались в Доме творчества юных, чтобы защитить основное свое конституционное право – право на оплачиваемый труд. Тот факт, что накануне этой конференции работникам образования была выплачена, наконец, заработная плата за апрель-май, похоже, не повлиял на настрой делегатов. Люди, уставшие от бесконечного ожидания зарплаты, вынужденных долгов и постоянного унижения, хотели решить вопрос принципиально, путем совместного обсуждения найти наиболее верный и эффективный вариант выхода из сложившейся ситуации. Как сказал в своем отчете лидер профсоюза учителей города и района Алексей Семин, в своей борьбе за получение законно заработанных денег печерское учительство прошло уже весь предусмотренный законом путь, и нынешняя конференция – завершающий этап этого пути.
Информация начальника управления образования Нины Алексеевны Витязевой, объективно обрисовавшей социально-экономическую ситуацию в образовательных учреждениях Печоры и района, не оставила никаких надежд на более или менее благополучную перспективу. Более того, делегаты узнали, что в наступающем 99-м году финансирование будет сокращено еще на 30%, что предстоят сокращения, неизбежное закрытие малокомплектных учреждений образования и так далее. Прекрасно понимая, что корень зла, так же, как и ключи решения проблемы, не в руках местных властей, выступающие все-таки были настроены по отношению к ним достаточно жестко. Участвовавшие в конференции глава администрации города Виктор Моисенков и его заместитель Надежда Острянина в своих ответах на поставленные делегатами вопросы, естественно, не могли обещать и не обещали скорого удовлетворения их требований. В свою очередь, представители учительских коллективов, во всяком случае, многие из выступавших, заявили о своей готовности начать забастовку. Многие, впрочем, рассуждали более трезво, говорили о том, что забастовка проблемы не решит, и последствия ее аукнутся опять же на тощих кошельках учителей да на юных печерцах, которых они учат. Ну, ситуация в народном образовании, в частности, в нашем городе, как и везде по всей стране, конечно, тяжелая. Вопрос стоит о заработной плате. Работаем мы честно, добросовестно, выполняем программы, но на сегодняшний день мы получили только заработную плату за май месяц. Позавчера был выплатен. Обещают до конца учебного года, до конца нового этого года, то есть дать нам за июнь месяц. Так что вопрос, который поставлен сегодня на конференции, он правомощный. Он правомощный. Какое решение будет конференции, я сказать не могу. Но по настроению, какое-то решение будет принято. Но я лично считаю, что забастовка как таковая на сегодняшний день, не выход на работу, это будет неправильно. Надо искать другие формы борьбы за свои права, а работать надо. Конференция, длившаяся почти 5 часов, приняла решение о вступлении в предзабастовочное состояние. При условии невыплаты всей задолженности до конца зимних каникул, 11 января печерское учительство начнет бессрочную забастовку. Верят ли учителя в то, что хотя бы таким путем ситуацию можно изменить? Похоже, что нет. Но и соглашаться, мириться с тем положением, в которое поставлены, они тоже больше не хотят. Подобная конференция нужна, но мое мнение, что так все разговорами и завершится. У вас это такое мнение сложилось уже по опыту, что ли, таких конференций, или почему вы так считаете? По опыту работы наших государственных органов. Ну, мое мнение, во-первых, такое. Я вижу, что мы в тупике. В тупике вообще система народного образования России. Не конкретно города Печоры. Найдем ли мы сегодня выход из этого сложившейся ситуации, я не знаю. Единственная моя мечта все-таки работать, жить в свободном государстве, где бы не нарушали мои правовые законы. А я бы, как учитель, заняла свою гражданскую позицию, учила детей быть свободными, жить в свободной стране. Это моя мечта. И в конце концов, не унижаться, не занимать вот такое положение, которое сейчас я вынуждена занимать в качестве просителя. Понимаете? Поэтому я считаю, что сегодня это нужно решать не только на уровне города Печоры, а на уровне всей России. Эта воинская часть, известная в нашем городе как обсерватория, за время своего существования в каких только видах вооруженных сил не успела побывать. И в войсках ПВО страны, и в ракетно-космической обороны. В 98-м они праздновали День ракетных войск стратегического назначения. Очередной 39-й по счету День ракетных войск
стратегического назначения отмечался на этой неделе. В Печоре в Доме культуры Российской армии по этому поводу состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. В докладе заместитель командира войсковой части 96-876 Павел Владимирович Почкарев напомнил историю создания и становления ракетных войск стратегического назначения, отметил их заслуги в деле охраны воздушных границ, прозвучали слова благодарности в адрес тех, кто сегодня здесь, в Печоре, несет боевое дежурство. Хочется высказать им в этот праздничный вечер слова признательности и командирской благодарности за их ратную службу. Хочется еще раз поздравить вас с праздником, дорогие товарищи, пожелать вам от имени командования, вам, вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, терпения и всего самого наилучшего. Свой праздник, День ракетных войск стратегического назначения, личный состав части отметил в этом году впервые. Да, это первый праздник, который мы празднуем в составе ракетных войск стратегического назначения. Дело в том, что в соответствии с военной реформой, которую определил президент, и вы помните, в прошлом году вышел указ, часть войск была передана войска ракетных войск стратегического назначения, в том числе и наши войска ракетно-космической обороны. В целях более качественного обеспечения боевой готовности и, как вы слышали с доклада сегодня, чтобы более качественно, своевременно отразить возможный ракетный удар вероятного противника. С переходом в новый вид войск ракетных войск стратегического назначения повысилась требовательность к поддержанию боеготовности, боевого дежурства, воинской дисциплине. И надо сказать, что главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Яковлев, понимая значимость войск, предъявляет более жесткие требования к этим вопросам, но в то же время проявляет и больше заботы по обеспечению. Нас поздравило не только части нашего объединения, но и руководство республики Коми, глава администрации города Печоры, и нам это внимание очень приятно. На праздничный вечер в Дом культуры Российской армии служащие войсковой части пришли с женами, детьми, что придало всему происходящему особую теплую атмосферу. Этому способствовала и отлично подготовленная концертная программа, в которой приняли участие коллективы не только Дома культуры, но и подшефного садика «Белоснежка», а также и сами виновники торжества, среди которых оказалось немало талантливых исполнителей. Непростую службу, непростое время несут военнослужащие войсковой части 96-876. И надо полагать, что такие праздники, дружеское общение скрашивают будни, помогают не терять веры в лучшее будущее российской армии. Пора-пора гостям со двора. Это мы не вам. Так называется следующая музыкальная композиция Оркестра русских народных инструментов под управлением Евгения Бродацкого, Печорского дома пионеров и школьников. Музыкальный этюд в конце ретроскопа. Thank you.
А на этом наша программа подошла к концу. Ее творческий коллектив прощается с вами, дорогие наши телезрители. Увидимся в следующую субботу. Всего доброго, удачи!